Он стал просто раздирать моего щенка на части, визг, писк, я пыталась что-то сделать, подняла своего щенка на поводке, чуть не задуша тогда, этот кот бросился на меня. Я попыталась свою собаку посадить в машину. Этот кот, я не знаю, что сыграло, такой приступ ярости, запрыгнул в машину и продолжал драку с моей собакой уже в машине. Я, честно говоря, даже с трудом вспоминаю уже этот случай, потому что это было полной для меня неожиданностью, такое агрессивное поведение.